Еще большему вовлечению молодых людей во все сферы жизнедеятельности в стране уделяется большое внимание. В интервью CBC заместитель министра молодежи и спорта Дигам Бабаев отметил, что развитие молодого поколения всегда было одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. Ведь в прогнозах развития каждой страны ключевую позицию занимает именно молодежь. Понятие «молодежь» сегодня широко используется в различных областях и сферах деятельности. Молодое поколение Азербайджана активно участвует в поиске решений различных проблем, беспокоящих общество. Их энергия и умение вести за собой приводят к тому, что все больше молодых людей занимают высокие посты, привносят новое дыхание в дальнейшее развитие республики. Молодежная политика в Азербайджане всегда была приоритетным направлением государственной политики. Формирование молодых граждан, воспитание молодежи, патриотическое воспитание, гражданское воспитание является одним из основных направлений нашей деятельности. И сегодня в стране создана, я думаю, что система, которая позволяет реализовать нашей молодежи свой потенциал, реализовывать свои инициативы, свои идеи, направленные на развитие той или иной сферы нашего общества. Наша молодежь, как и та, которая объединена в общественных организациях, студенческих организациях, так и в индивидуальном порядке, активно участвует в общественной жизни страны, активно участвует в реализации международного молодежного сотрудничества Азербайджана с другими странами в международных обменах. По словам Антигама Бабаева, в текущем году планируется проведение большого количества мероприятий. Предусмотрена реализация интересных проектов республиканского и международного масштаба. В их числе проведение фестиваля в формате исторической реконструкции под названием «Живые страницы истории», фестиваль «Студенческая весна» и многое другое. На сегодняшний день, как и в других сферах, так и в молодежной политике, есть нормативная база. Сегодня у нас реализуется стратегия развития молодежи до 2025 года, также принята государственная программа 2017-2021 года. У нас намечается проведение нескольких международных мероприятий, значит, в формате Содружества независимых государств, в семейном формате, то есть, который направлен, это в разных сферах. Здесь и в студенческой сфере, развитие волонтерского движения, значит, экологическое посвящение, интеллектуальных играх и других сферах. Заместитель министра молодежи и спорта отметил, что сегодня азербайджанская молодежь воспитывается в духе патриотизма. Современное поколение проявляет повышенный интерес к истории Азербайджана, достойно чтит и пропагандирует национально-нравственные и культурные ценности своей родины. Мы проводим всевозможные олимпиады, всевозможные интеллектуальные игры. Наш национальный игрок Хамсе по брейдингу, другие направления. Все направлено на то, чтобы развивать, пропагандировать культуру, историю Азербайджана. У нас есть интеллектуальные проекты и на телевизионном формате. Но если поставить вопрос, насколько азербайджанская молодежь привержена своим корням, не является патриотической, я скажу, что патриотический дух нашей молодежи очень высок. Сегодня в Азербайджане молодежная политика превратилась в важную составную часть государственной политики страны. Молодежь Азербайджана отличается активной деятельностью во всех областях общественной жизни страны, играют важную роль в осуществлении социальных, гуманитарных, экономических и политических мероприятий. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание развитию молодежи. Он считал, что будущее Азербайджана находится в руках молодежи, обладающей здравым смыслом, патриотической молодежи и молодежи, любящей свой народ и свою нацию. Медина Гурбанова, Эльнара Алиева, Сеймур Сахибзаде, CBC.